Ну он, ебать, сплав***** горит, нахуй. Вот это из-за этой хуй мы в 3 часа ночи проснулись. Сегодня вот и у нас взорвали склад боеприпасов. Взрывы были, блядь, в 3 часов ночи до сих пор. Ну, ебать, склад горит, нахуй. Вот это из-за этой хуй мы в 3 часа ночи проснулись. Снизу, говорят, начало все гореть. Народ, бедолаги в окнах, блин, сидят, кричат, что дышать нечем, блядь, пиздец. Да вообще прям сильно дымит, прям вон шлейф какой херачит. Душ оставили бы, догорело, блядь, на новый построили. Все, труба. Ну, пожарные там разгружаются. Там жара, наверное, там. Ага. Окна выбивают. Пятый, шестой, седьмой где-то так. Непонятно. Там в левом окне дым идет, мужик там, блин. Вообще труба. Где пожарные, блин? Вон там люди. Пипец, блядь. Помогите, кричит. Где работает? Работает? Какой прибор работает? Помогите, аж кричат там. Блять. Рыбы пожарные успели. Окна выбивают. Снизу, говорят, начало все гореть. Народ, бедолаги в окнах, блин, сидят, кричат, то, что дышат.